Привет, друзья! Вы на канале Принцесс Милана. Сегодня я со Святиком снимаю на улице распаковку, потому что сегодня погода просто отличная. Поэтому я даже сегодня в легкой кофте. Давайте же начнем. Абу. Так, посмотрим, что здесь. Там какое-то украшение. Оно вообще придется его открывать, походу, потому что здесь никак не знаю, что это за фигура. Давайте откроем. Это украшение можно подарить друзьям в школе, на день рождения кому-нибудь. Или дома. Это подкова. И бриллиант. Сейчас покажу, как это одевается. Вот так вешается. Можно одеть на любой праздник или подарить, например. Вот такое вот классное ожерелье. Отложим его в сторону. И откроем следующую посылочку. Что, понравилось мне? Кстати, скоро у него будет день рождения, 15 мая. А сегодня 2 мая. Вспомнила. Нет. Это сережки. Или не сережки? Сережки последуют. Да, это сережки. Подарочек. Это вот такие сережки. Можно одеть на прогулку, просто поносить или на дискотеку. Сережки вот такие со стразиками, серебряными или белыми, кто как хочет. Они очень красивые. Да, я, кажется, знаю, что здесь. Ты куда дел пузыри? Ну ты даешь, уже уронил. Вот.
это мы все. Вот сюда два. Ой. Это вот такие вот ушки. Вот белые. Хотя они очень красивые. Здесь узор. А здесь, ну, как бы черное. Вот теперь это белая кошка. Мне это вот так сходит. Вот сюда. Что, я теперь кошка? Мяу. Вот такие вот, в общем... И открываем последнюю посылочку. Сегодня... Походу внизу, да. Я не знаю, что это. А, это типа, наверное, струны на гитару. Затем. У нас там эти пластиковые, а это еще и желе. И пластиковые, да. Это, походу, струны на гитару. Видите, я их не буду раскручивать. Потому что здесь очень они длинные. Сложим их назад. А то они сейчас сами раскроются, а потом не собирать их. Ну, долго. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ты увидишь еще кучу интересных видео. Всем пока!